привет! Я Снежина Кулова, ведущая, продюсер и фанатка косметики. Каждые 3 недели я узнаю о самых ярких новинках каталогов Oriflame. Сегодня у меня в гостях очаровательная девушка Татьяна Деккер. Привет! Всем привет! Очень рада тебе! Очень рада быть сегодня здесь. А хотите знать, как создать такие стильные образы, как у нас? Об этом мы расскажем совсем скоро. И не только об этом, ведь грядет осень. Новый сезон предвещает новые идеи, яркие образы и, конечно же, множество новинок. Все это в обозревателях. Смотрим! Мне не терпится начать, и стартуем мы с классной рубрики о декоративной косметике. Как же радостно, что в этом нам сегодня будет помогать замечательная девушка и звездный визажист Ирина Митрошкина. Ира, привет! Я снова рада участвовать в новых и новых проектах Oriflame. Таня, кстати, бриллиантовый директор Oriflame и может экспертно рассказать нам о всех новинках каталога номер 12. Компания приготовила для нас потрясающие новинки 12-го каталога. И начнем с самой крутой. Это экстремальный объем тушь для ресниц The Van. Tremendous. Наверняка в ней что-то особенное. Что же такого в этой туши? Она увеличивает ресницы в 6 раз. И также это самая большая кисточка в Oriflame, 3 сантиметра и 300 щетинок. Эта тушь великолепно справляется с любой поставленной задачей. И сегодня я хочу тебе показать такой свой лайфхак, как вытянуть глаз, сделать его более миндалевидным. Я наношу больше туши именно на внешний уголочек и вытягивающими движениями прокрашиваю. Я думаю, ты будешь в восторге. Тушь – бомба. Великолепно. Ничего себе! С одного слоя такой эффект. А можно второй сделать? Можно. И третий можно. И четвертый. Круто! Попробуй накрасить сама. Только эта тушь и эта щеточка может создать такой великолепный объем без комочков. Это просто потрясающе. И ведь не зря тушь переводится как потрясающий. Теперь я действительно убедилась, что не просто в 6 раз увеличивает, у нас есть возможность играть с объемом. Это очень здорово, поэтому я готова купить и рекомендовать абсолютно всем, кто сейчас нас смотрит. Ну а за счет чего достигается такой потрясающий эффект? Секрет и в самой туши, и в щеточке. Щеточка содержит микропоры, которые равномерно собирают тушь, а также в самом флаконе содержится 5 резервуаров, которые позволяют равномерно распределять тушь. А еще она держится 24 часа. Звучит прекрасно, в деле проверено. Вау, смотрите, она даже вынесена на обложку. Ну что же, я думаю, что я буду рекомендовать эту тушь своим подписчикам и своим клиентам. Действительно, тушь Tremendous очень крутая, но я вижу, что у бренда The One есть еще новинки. Это карандаш для губ The One и помада 5 в одном The One Color Stylist Ultimate. Это не просто насыщенный цвет, это очень крутой уход. Карандаш для губ содержит гиалуроновую кислоту, что дает дополнительное увлажнение нашим губам. А помада на 40% состоит из натуральных масел, что питает наши губы. Это очень редкий случай, когда матовая помада имеет глянцевый увлажненный финиш. Как вы знаете, цвета делятся на теплые, холодные, и мы делимся на цветотипы. Для того, чтобы в первую очередь вам облегчить вашу задачу, чтобы вы не путались, я хочу вам рассказать такой мой маленький секрет. Когда я работаю зимой, я использую в основном оттенки для холодного цветотипа. Летом я использую все для теплого цветотипа. И это будет такая вам подсказка, потому что как бы там ни было, мы все равно более загорелые в этот период времени. Есть нейтральные типы, нейтральные оттенки. Это, наверное, больше цвет настроения. Опять же, всегда не хочется погружаться в какие-то рамки, ограничивать себя в выборе цвета. Тем более, что Oriflame предлагает такую богатую палитру. В этой коллекции я вижу 10 оттенков. В помадах есть коммерческие оттенки, как, например, вот этот оттенок, который мы попробуем на Татьяне. Я думаю, что он подойдет всем. В моем арсенале такая помада всегда имеется, для того, чтобы, если я сомневаюсь, точно попасть в цель. В твоем случае я бы предложила поэкспериментировать немного и попробовать нанести, например, такой насыщенный темный цвет. Такой необычный оттенок. Да, например, вот этот, казалось бы, экстремальный цвет можно наносить, как сейчас очень модно, пальчиком. А каким пальцем лучше? Лучше безымянным, так как у него самое минимальное нажатие. Так, значит, наносим на пальчик. На пальчик. И похлопающими движениями ты создаешь эффект прозрачного цвета, такой эффект татуажа. Если вдруг вечером ты собираешься на мероприятие, ты можешь усилить этот цвет, например, карандашом, увеличить губы ты сможешь. Татьяне я порекомендую увлажняющий невероятный карандаш. И ты можешь, не боясь, наносить его по контуру.
А теперь наноси этот универсальный цвет помады. О, вот и наш карандаш. И помада наша. Вы можете воспользоваться советом звездного визажиста, а также посмотреть, в каталоге есть абсолютно все оттенки, они разделены по подгруппам. И еще одна такая новинка, эксклюзивность этого каталога. Здесь обилие QR-кодов. Итак, вы берете ваш телефон, открываете вашу камеру и наводите на этот QR-код. Сканируется, и вот, пожалуйста, у вас появляется масса интересной информации об этом продукте. Да, информации действительно много, но значительно ценнее ощущение каждого человека при прикосновении к этому продукту. Как тебе? Мне очень понравился карандаш, он очень мягко скользит, еще он делает очень четкий контур, и что мне нравится, что мне нужно подтачивать. А в свою очередь хочу сказать о помаде. Я вижу матовое покрытие с глянцевым эффектом и эффект очень увлажненных губ и наполненных. Я предлагаю попробовать и сделать свотчи. Да, согласна, на коже они всегда выглядят немножко по-другому, поэтому давайте посмотрим. Какие же мы с вами красотки. Мне кажется, что нам нужно сделать селфи. Точно. Давайте, девочки. Супер. Жалко, что приходится расставаться. Ира, я лично благодарю тебя за твою энергию, за твой позитив и за прекрасные, великолепные лайфхаки, которые ты сегодня нам дала. Спасибо, Арифлейм, и вам, девочки, что мы провели сегодняшний день вместе и за все новинки. Ну что, наступило время представить вам нашего секретного гостя. Бьюти-директор журнала «Космополитен» Екатерина Аксенова. Очень мне интересен повод нашей с вами сегодняшней встречи. Я очень заинтригована. Это эксперимент компании «Арифлейм» и парфюмера «Фанни Бай». Парфюмерная коллекция «Сенсейшн». В эту коллекцию входит туалетная вода и парфюмированный спрей. Если их соединить, получается третий аромат. Ну, я пока могу оценить дизайн этих флаконов. Здесь все отлично, очень красивые, модные, да, яркие. Он соответствует магическим трендам этого сезона. Ух ты! Ну что, давайте скорее пробовать. Давайте. Мне не терпится. Мне, например, приглянулся вот этот флакончик. Я не знаю, что в нем. Тань, Снежина, помогай. У тебя в руках туалетная вода. Она раскрывается фруктовым аккордом семян гуараны. В центре солнечная роза, жасмин, фрезия. Далее идет шлейф сандала и замши. И заканчивается теплыми нотами пачули. Очень красивая такая согревающая композиция. Очень красивая. Теплый, нежный, женственный. Мне очень нравится. Парфюмированный спрей также начинается фруктовым аккордом, но с цитрусовыми нотками, а в сердце яблочный цвет. Оба аромата имеют теплый шлейф. Очень приятные ароматы. Я уверена и буду пользоваться ими по отдельности, но поскольку Фанни Бай задумывала это как замечательный парфюмерный эксперимент, и мы не можем не последовать великой француженке, мне кажется, что мы должны протестировать его именно в миксе. Я сделаю это с удовольствием. Сначала наносится туалетная вода, а затем парфюмерный спрей. Очень интересная получается композиция. Вы знаете, она, с одной стороны, согревающая, а с другой стороны, очень свежая. Добавилась свежесть. Такой аромат подойдет девушкам, которые не боятся смотреть лицо к чему-то новому. Но это же все мы, это девушки в стиле космо. Да-да, мы тоже можем себя причислить к таким девушкам. Желаем, чтобы журнал процветал. И у меня личное пожелание, чтобы ты обязательно к нам пришла в обозреватели еще раз. Спасибо огромное, с огромным удовольствием. В уходе за телом у нас тоже есть несколько ароматных новинок. Но начнем мы с того, чего я ждала очень долго. Это мусс линейки Feel Good. Давай тестировать, сразу покажем, что это такое. Два мусса из серии Loved Up и Be Happy. Они сбиваются в густую пену. Пробуем. Какой кайф! Так здорово! Смотри, как она пружинит. Очень плотная текстура. О! Ничего себе! Вот это фокус! А какой аромат! Аромат очень даже соответствует этим линейкам и повышает настроение. И еще хочу вам сказать, что помимо того, что это гель для душа, она подходит и для бритья. Так что имейте это в виду. А если добавить немного воды, то он становится мягче, и он не только очищает нашу кожу, но также ухаживает за ней, потому что в состав входит натуральные масла. Еще одна ароматная новинка из коллекции Essence & Co. Это потрясающее жидкое мыло для рук и лосьон для рук и тела. Давай пробовать.
состав входят ягоды перуанского розового перечного дерева, которые защищают и увлажняют кожу. А экстракт ревеня придает сияние. Аромат просто бешеный, очень крутой, мне очень нравится. И знаете, кожа сразу становится мягкой, увлажненной. Но для меня есть еще одно очевидное преимущество, потому что я вообще эстет. Мне очень нравится здесь упаковка. Она красивая, премиальная, и я уверена, украсит полочку каждой девушки в ванной. Также в 12-м каталоге представлена новинка по уходу за волосами. Одна, но зато какая! Масло Элиот восстанавливает наши волосы в течение ночи, делая их плотными и преображая их. Круто! А еще у него крутой состав масла камелия, репейное, органовое и розовое масло. Очень приятный аромат. Для волос средней длины достаточно 2-3 порции равномерно. Мы разносим масло по волосам и избегая попадания на кожу головы. Можно носить как на влажные, так и на сухие волосы. Причем масло смывать не нужно, что делает наше утро чудеснее, потому что мы просыпаемся и меньше тратим время на укладку, так как наши волосы уже мягкие и шелковистые. Это безусловное преимущество, но не остается ли все это великолепие на нашей подушке? Нет, масло быстро впитывается, имеет легкую текстуру и не оставляет следов на подушке. Как же радует, что в новом каталоге такое обилие классных, крутых аксессуаров. Да, в 12-м каталоге компания приготовила стильные осенние модные аксессуары. Я предлагаю сделать первый лук на основе этого прекрасного шарфа с природным принтом. Этот тренд возвращается к нам уже не один сезон. И за счет модных бирюзовых оттенков он сделает ярче практически любой лук. Да, вот, кстати, посмотри, есть сумочка, тоже бирюзовая. Она идеально подойдет к образу, который мы завершаем этим шарфом. Очень красивая сумка, она очень удобная. Ремешок в трансформе можно носить как кроссбоди, так и на плече. Слушай, ну это же удобно. Можно одну и ту же сумку взять, например, на работу, трансформировать немножко и вечером отправиться танцевать. Это же классно. Шикарно. Я думаю, сюда еще идеально подойдут аметисты. Да, действительно, тренд на натуральные камни, он тоже очень актуальный. В сети представлены 3 вида камней. Это естественные кристаллы, многоугольная огранка и мини-друзы – это природно сросшиеся камни. Девушки, берите на вооружение, играйте со своими образами, экспериментируйте, будьте смелее. Второй образ мы построим с тобой на таком втором замечательном шарфе. У него акварельный принт, он выглядит достаточно ярко. Еще у него очень мягкая текстура, но очень уютный. Этот шарф, как и многие из каталога, на 30% состоит из переработанных пластиковых бутылок. Ну и для того, чтобы этот образ был не просто красивым, не просто уютным, но еще и очень удобным, я предлагаю добавить вам к нему эту потрясающую сумку-торбу. Можно носить как все вместе, так и отдельный яркий мешочек. Еще у этой сумки двусторонний ремешок, что позволит сделать не один лук. Я так люблю такие вещи, которые сами по себе являются красивыми и помогают нам каждый день быть разными. Представляешь, как будет здорово, если мы оставим винный цвет ремешка, сделаем яркий акцент на губы, а на следующий день вы можете перевернуть ремешок, он будет достаточно ярким, и, соответственно, ваш макияж может быть достаточно нейтральным, вы все равно останетесь яркой. Я хочу предложить вам еще один тренд, тренд на расплавленное золото. Эти серьги представляют очень ярко этот тренд. Серьги повторяют природные формы, а золото словно застыло в мягких линиях. Но мне кажется, для того, чтобы твой образ был богаче или вдруг ты собираешься вечером куда-то на мероприятие, я бы сюда добавила замечательное колье, которое идет в комплект к этим серьгам. Сегодня мы познакомились с самыми яркими новинками каталога номер 12. Средство из декоративной косметики The One сделает ваш образ незабываемым. Парфюмерная коллекция Sensational подарит девушкам уникальные ароматы. Мусса для душа Feel Good и коллекция Essence & Co. очищает кожу и делает ее невероятно мягкой.
Чудесный эликсир Элио будет ухаживать за вашими волосами, пока вы спите. А новая коллекция осенних аксессуаров сделает ваш образ неповторимым. Ищите новый каталог Oriflame на сайте oriflame.ru и у консультантов бренда. С вами были обозреватели Снежана Кулова и Татьяна Деккер. Пока-пока!